Всем привет, с вами Прия. Окно Тигеля маленько преобразилось. Это аддон, который называется... Сейчас открою его название и прочитаю вам. Crucible Weight. Аддон, позволяющий настраивать вес реликвий для Тигеля. Скажем так, понимать сразу, топовый ли перед вами релик или не особо. Мы можем вручную назначить вес для какого-либо таланта, который мы тут качаем. То есть настроить его даже до тысячных, сотых, там, и десятитысячных долей. Все это можно спокойно сделать. А после настройки этой, то есть после того, как мы впишем числа, мы нажимаем кнопку «Экспорт». А, копируем длинный-длинный-длинный код, хотя... Если просто уже нажать Ctrl-C, то оно уже скопируется. И нажимая кнопку Import, мы его вставляем, жмем кнопку Import, и как бы все. И мы получаем это настроенное окошечко, через которое мы сможем рассуждать то, что какой релик для нас в итоге будет хорош, как лучше прокачать на свой класс и спек, и как вообще что-либо лучше сделать. Сейчас я достану свои реликвии из банка и все это дело еще разок посмотрим. Так, я хочу проверить свою ячейку. Достаем эти две бедные реликвии тьмы, которые туда-сюда летают. Прокликиваем ее и смотрим, что, ну, с нее я образно получу, сколько там, 7 очков. Кликаем следующую. Образно 18. Вот. Все эти числа я вписал рандомно, не придавая им какой-либо смысл. Я просто вписал их для вида. В текущий момент конкретно настроенные эти циферки есть для ШП Престов, для Варлока, получается, наверное, всех специализаций, и для Мага, скорее всего, тоже всех специализаций. Надеюсь, в ближайшее время игроки, которые понимают в своем классе хоть что-нибудь, те игроки, которые разбираются в своем классе и могут предоставить такие настройки, займутся этим и все это дело сделают. Если же у вас есть желание сделать такие вещицы, то можете, допустим, раскидать этот видосик там своим друзьям, скильдийцам, еще кому-либо. Правила пользования аддоном я, в принципе, рассказал. То есть тут много делов таких не надо понимать, чтобы нормально все это дело юзать. То есть жмем экспорт, копируем и высылаем в комментарии. Потом жмем импорт с комментариев, допустим, копируем этот текст, вставляем и получаем эти циферки. И эти циферки складываются, и мы получаем общую цифру для реликвии. Мол, типа образно, сколько мы с нее очков получим. А, какой-то такой аддон, на самом деле, весьма интересный. Поможет правильно выбрать реликвии, поможет правильно раскачивать реликвии и правильно заниматься своим артефактом. Ну, это весьма классно. Мне нравится на самом деле. Это, можно сказать, знаете, такая рука помощи от игроков, умеющих играть в эту игру и понимающих математический такой взгляд на эту игру. То есть помощь от них к игрокам, которые, допустим, играют относительно недавно в эту игру и не понимают эту механику чисел, приоритетов и всего вот этого прочего. Кайфово, мне нравится. Всех вам благ, счастья, как говорится, здоровья, легендарок побольше, реликвий правильных, хороших. И я жду ваших настроечек, качественных и проверенных. Всех благ, берегите ноги, до скорого.